you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Trolley Play, первый сервер, мой Кирилл Путбуль, и как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас будет казино, давненько не было казино, так что лепите лайкосик, и насчет, кстати, ДПС, вы писали, наверное, уже на днях, буквально, не знаю, когда этот видео выложу, где-то в понедельник, во вторник я уже, наверное, буду в ДПС. Я пойду на собеседование, в принципе, все это я буду снимать, и я буду в ДПС. Так что ждите, чуваки, в принципе. Ну, а мы едем в казино, но прежде мне нужно заехать и снять 200 тысяч. Да, я не буду брать миллион, 5 миллионов, потому что у меня уже и так осталось, ну, как бы, я проиграл 3 ляма за 2 дня, и мне это не радует. Когда я ходил на мелкие ставки, как-то я больше тащил, понимаете? Сейчас бы еще узнать, какое казино работает, снять деньги. 200 тысяч. А какое казино сейчас работает? Дальнобой-то знает по-любому. Давайте у них спросим. Давайте садимся в нашу BMW. Какой-то чувак. Что? Так, Арзамас. И в Южном. И в Южном. Чувак. Сори. Не могу. Для казино снял деньги. Чувак, сорян, но я для казино снял деньги, как бы. Давайте поедем в Южный, посмотрим сначала, потом поедем в Арзамас, если в Южном не будет работать. Ну, скажешь, что работает и в Южном, и в этом, в Арзамасе. Так что поехали сначала в Южный. О, господи, как бомбит. Ну, что ты за мной едешь, чувак? Что ты хочешь? Реально, блин. Кто мне тачку расстрелял? Погнали, короче, в Южный, в Казик. Думаю, там хоть работает. Блин, BMW разбил. Жесть, конечно. Так, тормоза. Спасибо. Ну, даже я сам, в принципе, был виноват. Что мне подсказывает, что насчет казино Южного меня наебали. Вот прям наебали. Вот прям спасибо, пиздец. Ну, просто дауны. Просто дауны конкретные, ебать. Просто я в шоке, реально. Я просто в шоке с таких даунов. Это Алексей Гусев. Просто самый конкретный даун. Запомните этого человека. Алексей Гусев. Даун самый редкий в мире просто. Так, я вышел уже с больки, короче. Сейчас сниму еще деньги, потому что... За лечение снялось. Так, 3 косаря снимем еще и погнали, короче, в казино. Тут бежать вроде бы недалеко. Но просто я поражаюсь таким дауном. Я просто спокойно себе ехал, он и въебался мне в жопу, я просто это не снимал и убил меня. Ну, я вышел с машины, он меня с дела убил. Без отыгровки, без нихуя. Вообще, молодец, блядь. Молодец. С нихуя просто, реально. Просто с нихуя. Просто от таких даунов реально надо убивать просто. Просто надо убивать. В жизни ебало набить им, сука. Отвечаю, блин. Реально бомбит от таких долбоебов. Ну, в принципе, не буду на них свои нервы тратить, блядь. Все-таки это просто игра, как бы. Они типа, ой, убил его в игре, все, пиздец, ебать. Самооценка плюс 100, блядь. Ай, ну, дебилы они всегда будут на серваке, как бы. Дауны, дебилы, ДЦПшники. Да, именно. Ну, мы почти уже добежали, кстати. Сука, это вроде, кстати, того долбоёба казино. Алексея Гусева. Ну и чё ты тормозишь, блядь? Жалко, у меня патронов не было. Я, сука, ему и щелкал бы. Ладно, мы уже почти добежали.
О, да, этого это пидора, блять. Ему, сука, под дверь еще носу, нахуй. Не то. Не то. Носу тебе под дверь, братишка, нахуй. Конечно, образа, братишка. Придешь, блять, понюхаешь мои саки. Но это не точно. Или точно. Или динах. Ублюдок. Погнали в кази, короче. Тут вроде кто-то есть или нету. Куда идти, блять? Хуй его знает. Надо идти, где больше людей. Флай. Да. Ну чё, принимаю ставки. 5000, давай. Окей, полтишок. Какой ты умный, блядь, чувак, прям. Прям молодец, ёпта. Прям красавчик. Ку-ку, блядь. Ну и хули. Ну, косарь ты мне кинул, и чё, ну. Я твой подписчик. Молодец. Молодец. Садите ты в пизду, чувак. Думаешь, не знаю, ты мне косарь кидаешь, потом кидаешь 30, блядь. Я что, ту схему не знаю, блядь. За дурака меня держит. Иди ты нахуй свои 1000, ублюдочек. Оскорбление администрации. Похуй. Давай 10, нахуй. 4000, давай. Косарь. Ну давай свой косарь, чё ты, блядь. 500 рублей, ну давай, ёпта. Ну и чё? Ну и, ну давай, давай. Принимаю ваши ставки, господа. О, людишки подошли. Снимаешь? Да, конечно, снимаю, ёпта. Ну чё? Как охуенно по 500 рублей, чувак, играть. Да, сейчас бы мамку оскорблять, нахуй, чью-то. Дауны, конечно, повсюду, блядь. 500 рублей. Красавчик затащил. Давайте кидайте ставки, ёпта. Я вот уже и так проиграл бабло. Чё, никто не хочет кидать? Да, я бы, конечно, тому чуваку ебало бы набил за такие слова. В реальной жизни. В игре это хуйня, чуваки. Так, давайте. Кидайте ставки. О, сотка. В пизду, нахуй. Спасибо, ёпта, нахуй. Игорь. Лол. Понятное дело, что лол. По-другому это не назвать. Спасибо, нахуй. Минус 100 тысяч, чуваки. Неплохо, неплохо. Ну, давай назад. Чё тебе могу сказать? Не-не-не, чувак, какие 500 рублей? Ты меня за дебила держишь. Ну, не, понимаете, есть такая схема, по два человека, они по скайпу общаются, там, он тебе, допустим, рыжий какой-то зашёл, он тебе дает деньги, ты ему кидаешь 500. И потом... тебе его же друг кидает там, он, например, ты выиграл 500, он тебе кидает на 100, и ты проебываешь. Вот так все работает. Такова жизнь. Она жестока. Ну, чё там? Ничья. Ничья. Давай, кидай еще. Кидай еще. Спасибо. Потихонечку свои бабочки забираем. Это даже очень хорошо. А видите, вот видите. И затащил. Заебца. Ну, пока плюс на 29 тысяч, но это тоже неплохо, я думаю. Ну, уже побольше, в принципе, это тоже неплохо. Лол. Реально. Ну, в принципе, сливаем, поднимаем. Это нормально. Это нормально. Какой-то Никита с
Сушков. Сушков. На 500 рублей, не, спасибо. На 500 рублей я играть не буду. 4. Какой 4, блядь? Придурок, нахуй. Ну, кидайте ставки. Так, кидаю, наверное, на полтинник сейчас чуваку. И солью. А не, нормалек. 100 тысяч плюсе, в принципе. Неплохо, неплохо, я вам скажу. 100 тысяч. Не-не-не, хитрожопый ты мой. Со мной такая хуйня не пройдет. По повышению ставок, чувак, не-не-не. Спасибо, не надо. Я знаю этот прикол, я знаю. Может, еще ему на платишок кинуть, а? Хотя, бля, это рискованно, в общем, прикол весь. Я пока в плюсе на 100к, можно, не знаю, либо уйти, либо дальше играть, всрать все. Хрен его знает, чуваки. Ладно, давайте полтинник кинем. Ну, я, в принципе, слил, что было очень даже ожидаемо. Снимаешь, да. Снимаю, чувак, не нужно мне бомбить. Ладно, давайте еще раз полтишок кинем, чё. У врага же есть предложение. Кирилл, снимаешь. Вы что, по очереди будете подходить, спрашивать? Чё, издеваетесь? Сейчас сру. Не, ничего. Я в видосе. Ну, блядь, ну да. Блядь, нахуй мне по 2000 кидаете. У врага уже есть предложение. Видите, вот они крысят, сука. По-любому кто-то из них в скайпе с друг другом, и он мне кидает по 500 рублей. Стопудово. Отвечаю просто. Просто я отвечаю. Сейчас ру. А, не. Спасибо. Максим Варнов, привет тебе. Передал. Так, у игрока уже есть какие-то приложения. Ну, в принципе, давайте, не знаю, сейчас до скольки дойдем. Сколько бог даст, столько и возьмем. Эх, ну, никто мне пока что не кидает по нормальным ставкам. Передай привет, Вовин, привет тебе. И я, нормалек. Ну, не знаю, в принципе, я уже в плюсе на 100к, как бы. И мне этого, в принципе, достаточно было бы. Ну ладно, давайте еще поиграем, что я-то не против. Давайте еще раз полтинник кинем. Ну вот, и я проиграл обратно. Да, азарт штука, пацаны, тяжелая. Сейчас давайте еще ему кинем. Ничья. Да не надо мне твой косарь, чувак. Ну, кого ты лечишь? Так, полтинник давай. Ах, ничья обратно. Часто ничья выпадает, и мне это не нравится. Бать, каратист пришел. Есть. Ну, в принципе, это круговорот. Давайте, я думаю, на этом остановимся уже. Как бы я уже 300 тысяч уже где-то 5 раз то сливал, то поднимал. Мы в плюс ушли на всего лишь на 100 тысяч. Ну, и то приятно, понимаете, и то приятно. Нужно меру знать. Но я бы сейчас слил. Но если бы я так уже в тупую по 50 тысяч кидал, я бы слил. Как бы я прихожу в казино не чтобы слить там, не чтобы, блядь, какой-то показуху шоу сделать, типа, вот у меня дохуя бабок, сейчас я раскидаю с ними. Мне жалко деньги на самом деле, я их ценю, как бы, потому что сейчас на серии заработать их очень трудно, прям очень-очень трудно, поэтому лучше деньги цените и в казино не ходите. Потому что казино это зло все равно. Казино это зло. И я редко хожу в казино. И я теперь буду ходить только на маленькие ставки в казино. На большие я ни в коем случае ходить не буду. Да и вам, в принципе, не советую. Ну, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. Southside, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know.
I'd be crying all night, cause I was from the city, she was from the